Вот так утки любят воду мыться. Каждое утро полощутся, плещутся. А эти вот так наблюдают за ними. Ревнуют их, что ли. Разные виды, разные возраста. Пробовал выпускать уток. Гуси как только видят, ну они утки поменьше были. Гуси как только видят уток, начинают их гонять, бить, щипать. Короче, надо покупать одновременно одновозрастных. Тогда они друг к другу привыкают. А так агрессия со стороны гусей. Да, гусаки, гусюни. Да, ревнуете вы, не любите конкурентов. Вот эти большой этот ходит постоянно, тревожит их. Консилизень ходит. Ну, а как плавает, прям туда ныряет. Два бассейна там есть из раковин. Не очень они любят. Ведра нормально. Вот солнышко вышло. Всем удачного дня, хорошего настроения. Всем пока.